будем веселиться. Давай! И стоим, ждем, в дверь смотрим. Причем Нэнси, чтобы вы знали, да? Мало кто знает, как она выглядит. Нэнси выглядит так. Она ростом 2 метра 32 сантиметра. В размахе плечи у нее примерно где-то 1.5 метра, да? Вот, руки у нее как канаты морские такие. В общем, она, ну, когда ехала, она машину просто там через лужи переносила на руках. И сейчас она стоит и ждет, вот. Она, если что, отбивные делает кулаками. Вот, да. Иногда ногами. Пошли готовить. Я бы с удовольствием что-нибудь приготовила, но время еще не пришло. Сейчас не время готовить. 18:00. Сейчас не время готовить. А когда кушать-то будем? Вот. Пусти! Пусти меня, такая дверь дергает. Я должна готовить. Так, что ты хочешь? Бля, я все положил или что-то не положил? Да, попробуем. На, ешь. Ты думаешь, я это подам? И не надейся. Ну, не будешь подавать, будешь сам жрать, понял? Так, хорошо, ладно, давайте попробуем. Что это такое? Я не совсем понимаю, просто. Блять, а я огурцы клал уже? Нет, я не знаю, господи. О, ешь. Ешь, блядь. Это... Ешь. По-моему, здесь что-то не так. Придется переделать. Да какое переделать-то? Сколько можно? Вот тебе яйцо. На всякий случай положу. Блять, я 3 моркови положил. Выкидывай. А может быть съест? Ешь. Кушай. По-моему, здесь что-то не так. Придется переделать. А прям все переделать? Так он лосось съел уже, шеф. Он лосось съел. Типа мы че? О, господи. О, боже мой. 1 помидор. Что дальше? 3 шпината, 1 анчоус, 1 морковь. 1, 2, 3. 1 анчоус. Ой, простите. Я шпинат перепутал с анчоусом. Конечно. Постарайся не ошибиться. Так это же не моя рыба, шеф. Мне вообще посрать. Я тут на окладе сижу. Мне абсолютно посрать, чтоб ты знал. 4, 3, да? Раз. Раз, два, три, 4. Раз, два, три. Оп. Бля. Я же взять хотел. На, получи, сука. Обожрись этих сраных. Хорошо. Ничего, время у нас есть. Пусть типа подождет. Час уже сидит, ждет. 2, 3. Ага. Теперь берем. Вот, и теперь мы сюда такие, опа, и опа. Вот, сначала надо готовить сложно, чтобы он не обжирался с нашего лосося, типа, ну как бы он недостоин столько есть его. Оп, и оп. Ешь. Ты думаешь, я это подам? И ты не надейся. Сука, ты чё, пёс, я тебя задушу сейчас. Я самого сейчас на шаурму пущу. Ты чё, не принимаешь мою прекрасную пищу, ты? Я буду пошагово, не знаю. 3 перца желтых. Угу. Горячо! Нэнси, в заказах было всего 5 салатов. Почему склад с продуктами пустой? Мне срать, я на окладе. Я, ты понимаешь, я специально сейчас минуту еще посижу, потому что, чтобы этот утырок поголодал, потому что он смотрел на меня криво, я из-за него, блядь, весь этот каток убирала в одиночку, как хрупкая девушка сюда приехала расследовать. Ешь, тварь. Подавись. А где сусь? Заткнись. Вот это, понимаешь? Ребята, покормите меня, пожалуйста. Вы меня уже, блин, неделю не кормите. Ресторан «Кабанья голова». Томми слушает. Здравствуйте, это Нэнси Дрю. Я бы хотел... Все будет готово, мы тут же доставим блюдо вам. Удачи. А это будет в этом году. Ведро раков тут наловили, возможно. Можно сыграть с вами в игру, пока не пришел Лу Талбот? Конечно. Садись. Правила такие. Белые фигуры гуси, а черная лис. Гуси должны окружить лиса, чтобы он не смог сбежать. А лис должен съедать гусей, чтобы они его не окружили. Гуси могут двигаться вдоль линий вперед, в стороны или по диагонали на 1 шаг заход. Так. Лис тоже ходит так, но когда он стоит рядом с гусем, возле которого есть свободное место, то он может перепрыгнуть через гуся и таким образом... Съесть его. Точно. Съесть.
Тогда гусь убирается с доски. Игроки ходят по очереди, пока кто-нибудь из них не выиграет. Я буду лисом. Ты готова? Уф. Смотри. А мы вот так. Ага. А мы вот так. Понял, скотина? А мы вот так. Не-не. А мы так не можем. Опа. Он такой подбирается, сука. А мы такие, оп. А он может вот так вот меня ударить? Нет, не можешь? Ну все, беги, поросеночек. Сейчас мы тебе покажем козьи рожи. О, тварь. А, да? Да? Понимаешь, да, чем запахло, тварь? Угу. А мы такие, опа, и сюда приблизились. А он такой, что-то я замышляю. Говорит, а мы такие, нихера, такое не замышляй. И такие, оп. И отступает, царь, и отступает. А мы такие, не-не-не-не-не-не-не, нормально все. Он такой, опа, и сюда приближается. А мы его по-своему-то подпираем, да? И такие, оп. И с этой стороны все зачищено, понимаешь? То есть мы такие, а мы можем вот так вот ходить через одно? Нет, не можем. Мы спешить не будем, нам это не надо. Не в наших интересах спешить, мы потихонечку, потихонечку, маленечку подопрем эту скотину со всех сторон. Пусть он там мечется, как я не знаю. Ну ты понимаешь, вот, да? Если я сделаю так, то он сходит туда. Не-не, нормально. Вот, тут вот мы вот, вот так вот. Оп! Все, видишь? Место-то все, оно сходится вокруг него, он уже ничего не сможет сделать скоро. Опа, места-то мало остается. По чуть-чуть. Помаленечку. По чуть-чуть. Ты как это, сука? Я понял. Хорошо, это был, ну, это часть плана, если что. Смотри. Теперь мы подпираем его потихоньку. Опа, и он в ловушке. Он все как бы, он уже обречен. А мы не можем, да, это с ним сделать? Ой, блядь. А мы такие, ну, типа, ты, мы пока что тебя отпускаем, да? Мы такие, опа. Да-да, мечись, мечись. Смотри, если я поставлю сюда, то он приедет сюда, и либо этот сожрет, либо этот сожрет. Поэтому нам, в принципе, сейчас нельзя этого делать. Но если я поставлю сейчас вот так... то он пройдет сюда, да? Угу. Поэтому мы сейчас не будем делать вообще ничего, понимаешь? Он думает, что он сможет сейчас сюда пойти, а он глуп, он не понимает, что он в ловушке, он уже пойман, он уже все как бы. У него ни одного шанса уже нет, как бы он пойман. Он такой, че, сейчас я тебя съем? А я такой, ну да, блядь. Я такой, не-не-не-не-не. А, подожди, смотри, я такой, опа, да? Он такой, а что ты задумала? Я говорю, бля, я тебе сейчас скажу. Ага, на листочке написать или как? Такой, бля, говорит, что-то как-то, ну, туча сгущается. Я говорю, смотри, чел, сейчас, говорит, у меня кровью срать будешь. Такой, опа. А что ты, говорит, подпираешь? Ближе не подходи. Я говорю, не-не-не-не-не, нормально, я уже здесь, все. Уже все. Теперь смотри. Мы потихонечку подвигаемся сюда. Вот, он не знает, что делать, он уже просто в полном минусе, а мы такие, друг, сдавайся, он говорит, не, не буду, ага. Мы такие подпираем его, и в результате смотри что, смотри, он такой, опа, а мы такие, ну мы спешить не будем, ты не мог бы не читерить, причем тут читерить, тут просто здравый смысл, понимаешь, я понимаю, что ты это, ну, редко слышишь, но это важно, и мы такие, оп. Он такой, а как? Я говорю, а каком кверху, чел? А все, такой, слышь? Он такой, я, говорю, сейчас вылезу. Я ему говорю, хуй ты вылезешь, чел, говорю. И все, вот, да. Закрываю углы. Зачем ты мне бэкситишь? Че, не видишь, что нормально все? Вот, смотри, так. Опа. Ты выиграла. Конечно, чел. До свидания. Спать. ИПС, кстати, там каток уже замело. Без тебя никак. Надо помочь. Кэт Шреддингер, спасибо огромное. Смотрите, что не так? Смотрите, смотрите. Суть в том, что Камилла нам говорила. Я, говорит, там в окошко, говорит, наблюдаю за птицами. Зимой.
А зимой тут не водятся птицы, у твари. Надо будет харкнуть ей два раза в бургер, понимаешь? А, ты про... Сейчас разберемся. Бекон говорит, это мясо. Я такой, да ладно. Это, а почему оно никуда не... Ой, блядь, сейчас все сгорит. Меня уволят. Да, меня уволят. Не знаю, там, на, куда-нибудь засунь. Да, брось. К руке прилип вот такая. Я понял, просто на тарелку класть сюда наверх. Два канадских бекона. Так, на, вот тебе, раз, два. Все, я понял, чат. Забей, нормально все. Вот тебе два. Тебе же два надо было? Ага. Омлет. Ага. Оно готовится? Так, подожди. Один бекон. Два шпината. Один бекон. Я не понимаю, что тут бекон? Это бекон? Один бекон, два шпината, один сыр. Это бекон. Один бекон, два шпината, сыр, зеленый перец. Сыр. Два зеленых перца. Надеюсь, что да. Иначе, блин, это не мои проблемы. Все? Я положил? Вроде положил. Я не буду это подавать. Приготовь заказ еще раз. Ты, сука, подписать можешь? Что у тебя тут за... О, боже, как я пойму-то вообще? Ой, блядь. Так, подожди. Бекона не надо ей. Она сказала, не хочет. Видишь, бекона ей не надо. Все, забирай. Заказ готов. Вали отсюда. Очередь задерживаешь. Скоро кормить буду. Да подожди ты. А где мой заказ? Заткнись. Книга жалоб и предложений. На, получил. Может, бренд хоть на следующей неделе нас покормят, нет? И табурет. Заказ готов. Вроде поймал. Угу. А, прости, там еще два человека. Простите, я вас не заметила. Просто выглядите как дерьмо. А, так, и вот этому омлета не надо. Тут просто два тоста и один канадский бекон. Правильно. Все, свободен. Заказ больше готов. Не приходи сюда. Мне досталась сырая еда. Меня вообще не волнует. Свободен. Блять, я, по-моему, не дожарил из тебя. Ёбану! Это сука, твоя вина! Сейчас заболеваешь. Я, по-моему, не доготовил омлет. А чё ты это выкидываешь? Вот это забери. Почему я не могу это взять? Да все в помойку, пусть с ним, да. Если наказание раз в месяц, Нэнси убираем через раз, опустим вероятность, что выпадет рандомно другая игра, то пройдем все Нэнси примерно через 84 месяца, то есть через 7 лет. Если вероятность брать другие игры, наказание реже, чем раз в месяц, то 10 лет кайф. Ну, то есть, по-твоему, кайф, да? Кайф, то есть. Угу. А, убрались везде. Надо Эльзе позвонить. О, что-то пригорело. Так, 555-2383. Два, три, восемь, три. Слезла с телефона, нет? О, сука. Кто-то тебя уволили. А что он свои лыжи уже не точит? А я могу пока? Он лыжи не точит, поднасрать. Это я не знаю. Нет? Ладно. Так, тут все нормально. Что нужно? Ничего не нужно. До свидания. Пойду наверх. Заглядывай. Опоздала на 2.5 часа. А ты, Нэнси, так же хороша, как предыдущая? Конечно. Точно так же. Прекрасно, как предыдущие. Только здесь еще батрачить нужно.
разве код не 403? Но если бы ты смотрел, то ты бы знал, что я уже его пробовал раз 5. Блин, я этого медведя в Саратове не видел. Так, и теперь мы пойдем по следам, потому что теперь уже день, а днем нас съесть волки не могут. Все сегодня пройдем? Ну, конечно. Так, сохранимся, нам волк, брату волк. Птичий перевал. Это был взрыв. Что это за шум? Лавина, наверное. Но это не важно, ты этот. Стой спокойно, все хорошо. О, нет! Бля, в него глыба пролетела. Как хорошо, что он 2.5 метра, да? Меня накрыло лавиной. Нужно выбраться, иначе я задохнусь. О, нет, я не смогу. Я уже едва дышу. Просто прогрызи все вокруг. Давай. Там наверху кто-то есть. Помогите! Помогите! Такая просто глыба ко мне такая. Помогите! Я задыхаюсь! Кто-то услышал. Слава богу! Это волк! Это волк! Он спасет нас! Ау! Тише! Все в порядке! Мне тоже не нравится эта ситуация. Он убежал. Но я хотя бы могу дышать. Осталось только выбраться из-под снега. Он говорит, не тот волк, кто в норке заседает, а тот, кто ямку откопает. Ну такие, ауф!